Coca-Cola. Мы, котики, самые прогрессивные мяусквичи. Посудите сами. Я решила разделять мусор. Наташа не оценила. Бублик, куда ты лезешь? Перешел на вегетарианство. Отойди от герани. Опять недовольна. А за мой перформанс ее кроссовки вообще носом натыкали. Я художник, я так вижу. Но я не сдаюсь. Переходим на энергосберегающие лампочки. Бублик! Мрррр, вашему дому. Это Малый Гнезняковский переулок, а вот здесь, под номером 7, располагалось учреждение под названием Госкино. От полутора-двух часов фильма голова идет кругом, как от вальса на балу, а потом в руках остается что? Туфелька? Мираж? Мимолетное видение? Госкино отвечало как за производство фильмов, так и за их закупку. А еще, как выясняется, за пополнение государственного бюджета. В прямом эфире Светлана Ключникова. Полночь в столице. Вы смотрите информационный круглосуточный телеканал «Москва-24». В эфире новости, и мы начинаем. Общественный транспорт в Москве будет бесплатным в новогоднюю ночь. Оплачивать проезд не потребуется уже с 8 часов вечера 31 декабря и до 6 утра 1 января. Причем метро и МЦК продолжат работать без перерывов. Для поддержания праздничного настроения украшают автобусы, трамваи и электробусы. Где уже можно весело и красиво прокатиться, знает Александра Корнева. Теперь уж точно подготовка к Новому году в Москве идет как по рельсам, в переносном и в прямом смысле огнями сияют не только парки и улицы, но и...